Добрый день, меня зовут Екатерина Остапова, и я менеджер по разработке мотивационных программ компании Тапова СНГ. Любите баловать себя и своих близких вкусными десертами? Следите за сохранением питательных полезных веществ в ваших десертах. Тогда вы по достоинству оцените набор для приготовления йогурта. Таким набором легко приготовить порционно вкусный десерт, сохраняя все полезные вещества, и вы точно будете уверены в качестве его ингредиентов. Набор для приготовления йогурта состоит из основания объемом 3 литра, 6 стаканов объемом 170 мл и 6 ложечек. Все составляющие набора легко помещаются в основание при хранении. Умное изделие изготовлено из термостойкого материала, при этом не требует электроэнергии и дополнительного внимания за процессом приготовления. Вы можете приготовить домашний йогурт заранее и взять его с собой, ведь благодаря герметичной крышке можно не переживать за чистоту сумки. Основание набора обладает всеми преимуществами термосервирователя, поэтому вы можете использовать его отдельно. Например, для бланширования овощей или фруктов, приготовления гарниров, стеклянной лапши или цветной капусты. Для извлечения готовых продуктов используйте щипцы или шумовку. Давайте приготовим домашний йогурт прямо сейчас. Нам потребуется 600 мл молока и 150 мл термостатного йогурта. В кувшин микрокук 1 литр наливаем молоко и ставим микроволновую печь примерно на 2-2,5 минуты при мощности 600 Вт. Молоко должно нагреться до температуры 40 градусов. Добавляем к молоку йогурт и тщательно перемешиваем при помощи венчика. Заливаем молочной смесью стаканчики, прикрыв крышкой, не закрывая полностью. Ставим стаканчики в основание, заливаем горячую воду до 90 градусов и накрываем крышкой. Оставляем на 6-12 часов при комнатной температуре. Обращаю ваше внимание на следующие рекомендации. Молоко не должно быть очень горячим, рекомендуемая температура не более 40 градусов. Уровень заполнения стаканов должен быть одинаковый. Уровень воды, который вы наливаете в основание, должен соответствовать уровню заполнения стаканов. Время настаивания йогурта при комнатной температуре от 6 до 12 часов. Во время приготовления йогурта не открывайте крышку основания. Набор не подходит для использования микроволновой печи и приготовления на варочной поверхности. Прошло 12 часов, и наш йогурт готов. Давайте посмотрим на результат. Вот это да! Приготовленный полезный йогурт можно добавить фрукты, орехи, ягоды, мед или добавить к небольшому количеству мюсли. Известно, что домашний йогурт полезен сам по себе. Также он является основным ингредиентом многих блюд. Используйте как заправку для салатов или приготовьте закваску на кефире и подавайте с окрошкой. Набор для приготовления йогурта поражает своей многофункциональностью и станет прекрасным помощником для вас и вашей семьи. Как же получить абсолютную новинку? Все просто. Получите эксклюзивный подарок за размещение 5 квалификационных заказов в феврале. Выходите на самые высокие уровни продаж и получайте все новинки первыми.